Гейски, ребята, меня зовут Фолайус, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Hot Wheels. Что ж, ребят, мы открыли вот эту вот беленькую машинку, дальше нас ожидает вот эта вот мега крутая, мега просто какой-то родстер, офигительная машинка, в общем-то. Ее я хочу открыть, приобрести, и, ребята, у нас новая трасса. Что ж, ребята, продолжим уровень, машинка у меня практически на максимум прокачана, давайте пройдем эту дорогу и посмотрим, что там впереди нас ожидает. Так. Что ж, ребята, сегодня, кстати говоря, мне же открылся мультиплеер. Самое важное, сегодня мы поиграем с какими-нибудь людишками. И попробуем выиграть их, конечно же. Так, ух ты, ребята, а это непростая, мне кажется, будет дорога. Ого, ого, ребята. Да, здесь такие какие-то выверты, какие-то мертвые петли. Воу-воу-воу-воу, полегче, полегче, братишка. Так, ну мы Big Air делаем, это значит, что мы находимся в воздухе очень-очень долго. И это очень-очень круто. Так, стартуем, стартуем. Эх, блин, хотел так красиво сделать, но не получилось сальто сделать. Ну ладно. Не беда, не беда, не беда. Давай, 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 стартуем, стартуем. Опа, 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 опа. О, ребята, смотрите, опять вот это вот препятствие с, скажем так, качельки я их называю. Мы туда-сюда должны ездить и туда-сюда мы должны... проезжать. Так, отлично. Давай, 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 давай. Баланс, баланс, баланс. Так, оп, 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 оп. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, стоп, стоп, стоп. Ребята, кстати, знаете, вот меня удивляет, почему в этих машинах нету водителя. Ну, то есть, как бы водитель должен быть в этой машине, он там сидит внутри. Наверное, но его здесь нету. Кто же управляет машинкой? Хм. Ну, как бы мы не управляем, да, но все же как-то странно это происходит. Ладно, ребята, давайте откроем новую машину. В принципе, я эту на максимум прокачаю, да? Да, ребята, и вот она, новая тачка. Beige Bone Shaker R. Блин, ну выглядит она классно. У нее широкие колеса, значит, сцепление у нее тоже очень хорошее должно быть. Ну что ж, давайте я немножечко ее проапгрейджу, потому что она еще у нас слабенькая, где-то до половинки. Давайте сцепление, наклон. Ну и двигатель, вот где-то так прокачаем, ребята, и начнем. Так, так, кстати, я же, вот-вот, это новая гонка, или это старая гонка, надо проверить, ребята. А то я постоянно по несколько раз трассы прохожу. Не, ребята, это новая, девятая, кстати, а что у нас там? Скоро новые трассы в новом мире. Ну ладно, начинаем, ребята, стартуем. О, да, ребята, о, да, вот эта машина мне очень нравится, она крутая, действительно крутая. Правда, ее так очень колбасит сильно, но мы даже не долетели. Да, авария. Ладно, давайте попробуем еще разочек, потому что, ну, наверное, потому что мы ее не прокачали, она вот такая вот тугая, скажем так. Давайте вот это на максимум. И на вот этой машинке мы уже посоревнуемся в мультиплеере, потому что эта машинка, она в своем классе получается самая лучшая, ну вот в этом вот, как в внедорожном классе, да, в обычном. А дальше там уже идут более крутые классы, а как бы, ну не знаю, мы внутри класса машинок будем сражаться или нет, или мы будем как-то рандомно, ну в общем разберемся сейчас, я хочу пройти эту гоночку и уже пойдем в мультиплеер. Ребята, так, стартуем. О, хорошо, о, теперь она... Ну, она, знаете, вот по ощущениям, она очень вертливая, да? Так, о, отлично, здесь мы прошли. Воу, камешек какой-то. А, ну, отлично. В принципе, это... А, ну, это так и задумано, я понял. Тихо, тихо, тихо. В смысле, а как мы здесь пройти должны были? Я не понял что-то. Чего-то я не понял. Ну, по крайней мере, мы на третью позицию переместились. Так, давайте еще разочек все прокачаем. Так... Хватку надо, ребят, сцеплению с трассой прокачать и уже стартуем. Так, давай, машинка, посмотрим, на что ты способна. Она мне напоминает Hot Rod, ребята. Hot Rod — это такие машинки, они сделаны из старых машинок, ну очень таких прям старых, древних. Но внутри у них установлен там двигатель, там подвеска, трансмиссия. У них установлено все крутое. Да, я опять упал в пропасть почему-то. Надо как-то попробовать, что ли, медленнее проходить, я не знаю, как-то вдумчивее, как-то, я не знаю, в чем суть-то, в чем суть вещей. Ладно, попробуем, ребята, еще разочек. Ну, смотрите, здесь мы сбиваем этот камешек, да, то есть, ну вот мы его сбили, вот он катится там, катится, катится, и как мы должны здесь пройти, я не понимаю. Стоп, стоп, ребята, стоп, я, кажется, понял.
Сейчас попробуем еще разочек. Мы должны приземлиться на вот тот трамплин, наверное. Как-то там разгон взять. Ну ладно, сейчас попробуем. Вот, допустим, давай. Ах, не, что-то. Ай! Взорвался я вообще, ребята. Ладно, все, переходим в мультиплеер. Что-то у меня не получается. Не люблю такие трассы, какие-то дурацкие, непонятно. Ладно, ребята, ладно. Мультиплеер. Так. Ну что ж, давайте случайного какого-нибудь гостя найдем. Так. Ну, раунд один. Ага, ну, машинку я эту на максимум прокачаю. Ага, на максимум не получится прокачать, потому что я тут уже потратил свои кристаллики. Ну ладно. Так, ребята, вот против нас какой-то игрок. Эту трассу я вроде знаю. Мы его как-то вроде легко побеждаем. Так. Да, эту дорогу я знаю, ребята. Очень хорошо. Так, давай. Опа, стартуем. У меня белый шлем, у этого чувачка красный. Надо запомнить его будет. Его никнейм. Ну, вроде как мы очень легко здесь побеждаем. Ой, только бы не упасть. Что? Все? Победа? А, я понял. То есть, если отрыв больше какого-то расстояния, то мы как бы побеждаем. Окей, что ж, хорошо, это круто. А я думал, всю дорогу придется проходить. Видите, нет, здесь все продумано. Так, а против кого я теперь играю? В смысле, против себя, что ли, самого? А, в смысле? В смысле? А, повтор можно, ребята, смотрите, повторить попыточку. А где игрок? Где мой соперник? Почему он здесь не отображается? Я не понял, что это такое? Меня что, с невидимкой каким-то играю? Ладно, ребят, наша задача пройти хорошенечко дорогу, да? Потом уже разберемся. Так, стартуем. Делаем мертвую петелечку. Так, тут совершаем мы Big Air. Летим. И... Так, топливо берем. Отлично. И... Ох, какая тут прямая. Можно как следует разогнаться. Жалко, что у нас, знаете, здесь спидометра нету. Можно было бы скорость замерить. Но эта машина, конечно, очень быстрая. Она самая крутая и самая лучшая, как по мне. Так, о, какой прыжочек мы совершили, да? Давай. О, тут надо аккуратненько. Так. О, и все, ребята, финиш. Класс, продолжить. И что это получается? Ну, мы выиграли, да? Твой ход, его ход. Ну, я вроде победил, или как? А, ну здесь, я так понял, еще раз я могу сыграть. Да, это видео уже с другой игрок. Ну, ладно, что ж, ладно. Ну, давайте мы попробуем все-таки пройти ту дорогу, ту трассу. Ой, куда это? Я зашел в настройки? Нет, нам не нужны настройки. Так, одиночная игра. И вот эта восьмая трасса. Ненавижу ее. Не хочу ее проходить, но придется, ребята. Все ради вас. Так, еще разочек, ребята, помучаемся. Попробуем ее пройти. Напишите, кстати, в комментариях, вы, если играли в эту игру, вы проходили эту трассу или нет? Что-то мне как-то сложно, на самом деле. Так, тихонечко. Давайте как-то аккуратненько проходить. Может, этот камешек, он нам только лишь мешает, и его просто нужно столкнуть туда вот, в этот, в глубину, да? И все. А самим нам тут, не знаю, как-то нужно по-другому, что ли, пройти. Непонятно, ребята, непонятно. Ладно, пытаемся еще раз. Будем пытаться, пока не пройдем. Так, отлично. Тут у нас все хорошо с этой частью дороги. В общем-то, опа. Ну, мы пихаем этот камешек, да? Что дальше происходит? Я там вроде еще какой-то маленький отколол кусочек. Ну, допустим... Ну нет, этот камень только мешает. Ну, в смысле, ребята? Как это пройти? Я не понимаю. Вроде от прокачки машины тут, ну, ничего не зависит. Даже если она не на максимум прокачана, я там как бы спокойно пролетаю. Ладно, давайте сейчас по-другому еще немножко попробую. Один вариант. Так, то есть вот здесь, смотрите, опа, я, допустим, не сильно... Ребят, я не знаю, как мне пройти этот уровень, честное слово. Это как-то очень сложно. Странно. Ну ладно, попытаемся еще разочек справиться с этой задачей. Не задачка какая-то у нас выходит, ребята. Не задачка, ну ладно. Так, смотрите, я здесь на самую малость стартую. И я сейчас попытаюсь... О, отлично, то, что я хотел сделать. Допустим... Тихо. Допустим, вот здесь как-то... выпихнуть этот камень, и что дальше? Ну вот, катится этот камень. Так, надо тут
аккуратненько сейчас это все сделать. Может, нам на него как-то нужно запрыгнуть, не знаю. Тихо. Нет, ребята, мы отправляемся прямиком в эту пропасть. Не знаю, что делать, ребята. Не знаю. Мне кажется, на этом серия завершается, потому что я в тупике. Ребят, пожалуйста, напишите в комментариях по поводу этой дороги. Как ее пройти, я не знаю. Может, есть какой-то чит или еще что-то. Ну, в общем, ребят, пишите в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Флайос, адиос, амигос.